Всем привет! Ну, сегодня хочу немножко затронуть такую тему. Опять-таки, ребята, кто работает МГ-3 тещей или вообще МГ-шкой, не забывайте проводить профилактику, то есть чистить машинку. Это обязательно нужно. Хотя бы раз в месяц разбираем ее. И чистим штоки. Это непосредственно сам рабочий шток, видите, он тут уже с нагаром черным. И задний шток обязательно тоже выкручиваем. Весь черный. Берем тряпочку, чистим какую-нибудь. И протираем шток. Вот он у нас уже чистый. Выбиваем из машинки нагар, если он там внутри есть. Пружинки желательно запомнить, где какая стояла, потому что диаметр у пружин разный бывает. Вот, в принципе, вся профилактика машинки. Собираем ее обратно. Кто как закручивает? Я плоскогубцами закручиваю. Кто-то отверточкой. А мне плоскогубцами удобнее. Для того, чтобы игла не вылетала. Ну и теперь, собственно, проверяем саму машинку. Как она работает. Не забывайте проводить профилактику своего рабочего инструмента. Это обязательно нужно.